Подъезд Кишкар-Але на Казанском тракте теперь выглядит как настоящий автобан. Несмотря на то, что движение по отремонтированной дороге ведется, официально этот 13-километровый участок трассы открыли сегодня. Из федерального бюджета на реконструкцию дороги было выделено 1 741 000 000 рублей. Европейскому качеству комфортного движения будет соответствовать и высокая степень безопасности. Встречные потоки на новой трассе разделены, а на обочинах установлено большое число дорожных знаков. Об опасных участках трассы водителей предупредят сигнальные знаки. Когда ежесуточная интенсивность движения по Казанскому тракту превысила 10 тысяч машин в сутки, пришла пора проводить реконструкцию. И как далеко зайдут реконструкционные работы, можно было догадаться уже прошлой осенью. Для того, чтобы организовать необходимое при высокой интенсивности движения разделение потоков, потребовалось значительно расширить Казанский тракт. Теперь ширина проезжей части составляет от 9 до 19,5 метров. Заказчики из федерального госучреждения, контролировавшие строительство, довольны качеством работ. Здесь песок и, естественно, есть некоторые проблемы водоотводом, идет размыв в некоторых местах, но я считаю, что подрядчики все это делали с пониманием, и если кое-где будут какие-то поправки, то что на будущий год. А так, качество хорошее и конструкция хорошая. Я считаю, вот такое сооружение должно обеспечить безопасное движение автомобилей по дорогам Мариэль. Комплекс объемных работ, заложенный в проект реконструкции 13-километрового участка, оказалось под силу выполнить генподрядчику дорожно-строительной организации из Чебоксар. Впрочем, марийские дорожники, работавшие на субподряде, выполнили половину всей работы, утверждают специалисты. Такого уровня дорог не было еще в республике. Открыл новый участок трассы глава Мариэл. Сколько бы мы усилий не прикладывали для того, чтобы увеличить объем выпускаемой продукции, поднять нашу экономику, поднять благосостояние жителей республики. Но без дорог качество жизни не будет никогда. Во-первых, продукцию необходимо перевозить по дорогам. Во-вторых, активность растет населения, и люди все приобретают автомобили и ездят на автомобилях. Автомобильный и подвижной транспорт сегодня основа и более приоритетный. Поэтому важно, чтобы дороги наши были безопасны, и наши усилия будут направлены на то, чтобы и дальше продолжить строительство таких качественных, таких дорог с высоким уровнем безопасности. Безопасность движения на участке между Куяром и Сурком обеспечивается 700 сигнальными столбиками и почти 200 дорожными знаками. Ну а проверяли качество работы дорожников, уложивших более 100 тысяч тонн асфальтобетонной и 100 тысяч тонн щебеночной смесей автобусным марш-броском. На планерке, которая по сообщению Управления общественных связей и информации главы региона состоялась прямо в автобусе, вполне могли быть обсуждены следующие этапы работ по реконструкции оставшейся части Казанского тракта. Работа на следующий год у автодорожников есть. Предстоит превратить в европейскую дорогу следующую 6 километров трассы.